Нужно защищать права женщин, права мужчин, права тех, кто попадает под такое насилие. Нужно создавать какие-то соцучреждения для защиты. Я против этого, конечно. Против насилия в семье. Почему? Потому что нужно уважать права человека. Думаю, что среди израильтян лапуми, потому что они сын ажуторы нутру, сын жематата нутру, сын капу фамилии. Consider că bărbatul, dacă e bărbat, el trebuie să arăte toată responsabilitatea, să aibă grijă de femeia sa și să nu violeze, să nu o bată, să o iubească așa cum este, indiferent de situația care e. И вот вы видите, как муж бьет свою жену. Что вы будете делать? Я скажу жене, приходи ко мне и ночуй у меня. Потому что если я пойду в полицию, мне скажут, не вмешивайся. А так я хоть помогу жене. Особенно на царе, фамилии Тарис. Обосити, педепсити, ну, что куда футболиста. И старый кирпичи. Для чего? Чинили кины. Да. Ну, вяза. Эй, а ста. Господи, и сынды плачали. Широ, шибини, шишаки. Требусы родом плачали. Так что тебе умеритат? Так у бац, что дженну сева мои серьез, пятинит не киди. Что пентраста есть, что нормально, да. Fiecare om trebuie să răspundă ce face. Пусть он сидит в тюрьме, пусть его, не знаю, ну как, какое-то должно быть наказание, потому что, ну как, сегодня он ударил, завтра убил. Завтра убил, и он знает, что это все будет на бумаге. Depinde din instanță de judecat, de amcar, de exemplu, poate să-l ierte, poate să-l îi pui amendă, poate să-l sancționeze cu câțiva ani de detenție. Aceste măsuri, de exemplu, nu putem noi să le luăm, că trebuie să iau în instanță de judecat toate. Обычно люди выбирают принцип невмешательства. Они не вмешиваются, но я думаю, что это неправильно. Почему? Потому что нельзя оставлять человека наедине со своей бедой. Потому что нужно хоть какую-то помощь оказать и хотя бы пристыдить того нехорошего, ненормального, который протягивает руки и делает больно. Батая на Андреевич пьем. Пьем Андреевич кувынту, сфату, ши... ну фэша, да фэша, ши... да батая, это и ультима и шире. Так что я никому не говорю. Și dacă de început cu bătaia, asta de nu-i viață la omul. Nici în casă, nici afară, nici în ogradă, nici nicăuri. Женщины должны сами обращаться, они не должны умалчивать об этом. Понимаете, 99% женщин, которые спускают все на тормоза, которые сами покрывают своих же мужчин, сожителей, любовников и так далее. То есть не должно быть умалчено, потому что женщина практически понимает, что ну что толку, хорошо, она обратится. Что ей на это скажет полиция? У нас органы должны работать. Omul nu poate să trăiască în violență. El iubește libertatea, vrea să fie auzit, ascultat și iubit. 22, fracție 1, scara 1, apartamentul 19.